Друзья мои, всем привет! Александр снова с вами. Видео сегодня начинается с необычного места, да и вообще, в принципе, оно будет необычное. Сегодня будет довольно интересный автомобиль. Я вам покажу немного цен и, собственно, что я решил сделать. Это мой автомобиль. Все прекрасно его знают, то что я на нем езжу. Езжу на нем уже 2 года. Я решил его продать. Но я знаю, то что будете материться, будете ругаться. Вот, но я хочу попробовать его разыграть. Честно, я не знаю, что из этого получится. Поживем, посмотрим. Задумка такая. Оценил я данный автомобиль в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Я считаю, то, что это нормальная, адекватная цена за пробег. Там сколько? 30-35 тысяч пробег на автомобиле. 2 миллиона 100 тысяч. Так вот, что нужно будет сделать? Просто приобрести себе номерок. Номерок стоит 3000 рублей. Как только соберется необходимая сумма, розыгрыш произойдет в прямом эфире. Подвоха никакого не будет. Я открыл специально карту Сбербанка для этого. Дальше, ребят, какая история? Если даже по какой-то причине не соберется такая стоимость, такой стоимости, то будут либо очень-очень крутые призы, либо будет все зависеть от того, какая сумма соберется. Если хватит денег на приобретение какого-либо автомобиля, то я приобрету для вас автомобиль. И мы его с вами разыграем. Ребят, подвоха абсолютно никакого нет. Вот зуб даю, честное слово. Я просто решил то, что так будет намного интереснее. Поэтому, во-первых, условия. Условия – это быть подписанным на мой канал. Обязательно. Подписка у вас должна быть открыта. Условия простые. Карта Сбербанка будет прикреплена под этим видео. Переводите деньги, пишите мне в WhatsApp и выбираете себе номерок. То есть, там, говорите, сотый номер. Спросили, я вам ответил, сотый номер свободен. Поэтому, ребят, давайте, поддержите меня. Вот, посмотрим, что из этого получится. Ну, а сейчас на авторынок покажу интересный автомобиль и покажу немного цен. Напоминаю, занимаюсь я помощью при покупке авто... Кстати, что я хотел сказать. Меня начали с кем-то путать. То, что канал у меня кто-то украл, еще что-то. Ничего подобного. Телефон у меня один. 8-914-321-1364. По 5, по 10, по 15, по 20 тысяч рублей за осмотр автомобиля я не беру. Я беру за осмотр автомобиля 2000 рублей. В общем, гоу на авторынок. Смотрим интересный автомобиль, смотрим цены и разыгрываем моего форика. Всем приятного просмотра. Ну, собственно, вот он, данный интересный автомобиль. Попал мне на проверку. Ребят, я думал, это реально убольшенная версия Хаслера, а это Suzuki XB. 18 год, 4WD, гибрид, Real Time. Он такой пыльненький, поэтому поверьте, вот когда вот он будет чистым, будет смотреться намного лучше. Просто такой небольшой краткий обзор. Сзади сиденья у него, к сожалению, тоже сложены. Я обязательно найду на рынке такого плана автомобиль, чистенький, и обязательно его сниму. Но мне он понравился именно внешне. Да, он больше Хаслера, у него хорошее такое, прям хорошее оснащение, интересного плана салон. Он у него большой, комфортный, режим езды. Здесь такие вот тумблера, все вообще клево. И посмотрите, сколько места. То есть, ну я, блин, подогревы сидений есть. Гибрид 4WD, ребят. Но стоимость автомобиля, это 2018 год. А стоимость данного автомобиля 1 миллион, хотел сказать 800 тысяч, 1 миллион 100 тысяч рублей. Кожаный руль у него идет, подстаканники. Ну, в принципе, все как положено. Скажем так. Пробег 30 тысяч. 1 миллион 100 тысяч рублей. Давайте немного поснимаем на вот этой стоянке, то, что здесь есть. Это Nbox у нас, 13 год, 500 тысяч, 499 тысяч. Вот многие спрашивают, что купить мне из кейкаров. Вот, пожалуйста.
Nbox Custom. Машины грязные после снега. Вот N1. Довольно неплохой автомобиль, но редкий. Несколько автомобилей таких я отправлял. Сейчас посмотрим стоимость. Данный автомобиль относится тоже к такой категории не сильно дорогих автомобилей. А стоит он всего 420 тысяч. Этот автомобиль 2013 года выпуска. Дейс стоит, 14 год, за 490 тысяч рублей. Есть Дейс, есть Митсубиси. Он на штатном литье Ultech, в обвесе, то есть у него хорошая комплектация. Райдер Ultech. Ценник озвучил. Еще один стоит. 13-й год, 495 тысяч стоил, стоит 470. Выложили аукционный лист, но пробег 158 тысяч, сомневаюсь, что он здесь крученный. Вот, но в любом случае нужно проверять. Посмотрите, машины есть, стоянка Диамант. Многие не знают, что есть такая стоянка, поэтому ходите, ищите, смотрите. 14-й год, 4 ВД, стоимость 505 тысяч. Еще один кей-кар, тоже 4 ВД, но стоимость здесь не указана. Probox GL комплектация, 730 тысяч. Приветствую. Грязное все, грязное после снега, надо отмывать. Миллион 104 ВД. Смотрят машинки, смотрят. Смотрите, еще одна Honda One. 450 тысяч стоит. Самый дешевый, наверное, кей-кар. Alta 410, 17 год. Лежит аукционный лист, пробег 114 тысяч. Оценка 4 балла. пять тысяч, 16-й год, Танта. Друзья, сегодня такой маленький небольшой обзор. Вот эта вот стоянка, раньше, когда возили Бонги, Ванеты, когда пошлины, когда цены на них не такие были, вся забита была, вся. Сейчас, к сожалению, таких автомобилей очень мало, вот, и сейчас стали брать больше Nissan NV200. Но в чем минусы Nissan NV200? Минус в том, то что 4 ВД они пошли с 2018 года. Ну и центральная стоянка, смотрите, автомобили есть. Ребят, говорю, на сегодня такой небольшой краткий обзор, поэтому всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем на сегодня пока.